Добрый день, дорогие зрители YouTube-канала «Русская икона» показывает Андрей Болдырев. Сегодняшняя наша передача, которую мы проведем с Михаилом Борисовичем Печкиным из музея, из Государственного музея художественного искусства, посвящена вот этим иконам в экспозиции, которые, ну, я бы назвал как сборная солянка. Потому что здесь представлены далеко не только холойские иконы, но и иконы вообще. Начнем мы, наверное, вот с этой иконы, которая уж... Вот эта икона холойская, правильно я понимаю? Ну, да, холойская икона. Вот, атрибуция которой у местных специалистов не вызывает сомнений, с одной стороны. С другой стороны, про нее можно сделать достаточно интересный рассказ. Давайте вы... Да, ну вот здесь надо сказать, что если говорить о холойской и не холойской, то вот мы, если посмотрим на цветы и вот на тот дальний план, то мы аналогию с Троицей в каких-то моментах здесь обнаруживаем. Ну, конечно, складки золота, может быть, это не всегда холой делалось, холой чаще делались складки цветом, но тем не менее золотом тоже писались, складки тоже делались, холодочка. Но здесь вот, что касается этого образа, вспоминается одна, случай такой, который произошел в Петербурге. В 1888 году в Санкт-Петербурге, когда в храме, значит, стояла икона Семской Обящей Радости, рядом с ней кружка с этими, с подаяниями, и ударила молния. Эта молния, значит, ударила в кружку и в икону, и эти, рассыпались эти грошики, и 12 грошиков, значит, вот бы прилипли к этой иконе. Вот та икона, она вот, скорее всего, была холойская. Я смотрю по тому стилю, который написан. Она была написана более просто, более схематично. Вот там, скорее всего, холойская. И после этого чуда пошла традиция писать, так и называется, на сцене скорбящей радости, с грошиками. И вот эта традиция, мы до сих пор мы видим эти иконы. Причем даже интересно, что на маленьких иконах делается окладик маленький, и там эти грошки все равно в окладике обозначаются. То есть такая устойчивая традиция, которая даже в окладах применялась. Ну вот, соответственно, в 1988 году в Петербургском храме стояла икона, видимо, холойского письма, вот такая. Но я почему-то вспоминаю, что вот всегда ее изображают в синих цветах, а не в коричневых. Вот, ну, чаще, да. По-моему, да? Может быть. По крайней мере, вот на расхожих иконах. Вот. Ну, в общем, про эту икону рассказали. Давайте мы посмотрим вот на то, что здесь представлено. Ну, тут явно вот эта икона к холою не имеет отношения. Вот эта икона к холою не имеет отношения. Ну, да, это такие традиционные иконы для того периода, конец 19-го, начало 20 века. Можно сказать, тоже своего рода расхожие иконы с обычным окладом, они до сих пор бытуют. Но вот эта икона не расхожая и необычная. Здесь оклад, здесь тут штамповка, да. Это фольга серебряная. Здесь произведение хорошей ювелирной мастерской, возможно, даже поставщика двора его императорского величества. То есть здесь очень хороший штихель, это ручная проработка. Здесь это все штамповано. Здесь очень хороший штихель. Здесь рама отдельно от фона иконы. Здесь венец тоже накладной. Здесь очень хорошая академическая живопись, видимо, она на цинке, с характерным кракелером цинковым. То есть эта икона, она бы, ну, она явно не народная. То есть это дорогая икона, стоила она, наверное, где-то рублей 60, то есть как полуторамесячное жалование квалифицированного рабочего. Вот. Здесь, конечно, икона более простая, хотя она тоже сделана в серебре, но это вот как раз вот фольга. Фольга – это то, что появилось в начале 20 века. Почему? Потому что для того, чтобы протянуть вот в такую тонкую фольгу серебро и, соответственно, уменьшить расход самого серебра, для этого нужно промышленное оборудование. То есть чеканщик руками вот в такую тонкую-тонкую фольгу серебро не раскатает. Или если раскатает, то есть это должен быть Илья Муромец, который на это потратит там месяц, будет ее раскатывать. Вот, а потом еще ее нужно будет прочеканить и не порвать, потому что она тонкая. Поэтому это делалось уже механически. Вот механика, она позволяла это делать, а это уже не кустарное производство, это же производство промышленное. Соответственно, с этим таких икон можно сделать было очень много. Если каждую икону живописную нужно было прописывать всю целиком, то здесь этого совершенно не требовалось. Для этого нужно было заготовки, в которых написаны руки и лик
под отверстия в окладе иконы, чтобы они были живописны, все остальное можно было сделать схематично. Вот. Но тут нужно было производство вот таких вот икон, стандартизированных абсолютно, под, вот под, под мастерскую. Здесь тоже она достаточно, ну, такая, но таких икон много быть не могло, вот таких вот, потому что это ювелирка хорошая, а здесь это механик. Вот. Ну, в холле были мастерские, под фалежные иконы делались, и от мастерских еще остались фольга, вот это вот прямо в стопках фольга встречается, так они не использованы. То есть здесь тоже под фалежные. Действительно, они писались только рука и лик, больше ничего не писали. Вот здесь оклады в холле делали, нет? Ну вот фалежные делались оклады, то есть какая-то штамповка была. Вот здесь представлены две иконы. Вот это холу или нет? Ну вот это вот, наверное, да, крайняя. Ну да, похоже, да. А средняя? Тоже холу, похоже. Тоже холу. Да. Вот, но уже холу такого хорошего. Вот это уже хорошее письмо, так относительно, это уже такая икона. Вот это ну, вот да, совсем да, простая, да. Хотя она простая, но мастеровитая. Но здесь она и видна, здесь вот руки лики только, а здесь все-таки не назовешь подокладницей, потому что основное это все прописано. Здесь и одежда прописана великолепно. Да. Там под окладом уже осталась только самая незначительная часть, фон. Который... Ну вот это вот тоже, соответственно, ой, холлый. Вот. А вот эта икона, конечно, к холлу не должна иметь отношения, потому что это прямо вот московская мстера, да. Может быть... не самого высокого разбора, но очень высокого. Я имею в виду именно не самого высокого. Хотя, я не знаю, по-моему... Ну вот, судя по всему, в мастерских там Гурьянова, Дикарева, Чирикова работало там по 30 мастеров. Скорее всего, это оттуда, причем... Но не самый выдающийся мастер, видимо, вот писал это. Но это вот оттуда, но... Да. И оклад тут, оклад с эмалями, тоже такой многодельный, оклад хороший. Вот посмотреть бы еще клейма. Ой, сейчас попробуем. Неужели это СГ? Сейчас сделаем вот так вот. Для такого случая есть телефон. Сделаем фотографию. Фотография у меня через стекло на таком расстоянии с рук получилась плохо, но у меня впечатление, что это СГ. Для СГ это вообще не характерная работа, потому что эта работа такая прям хорошая. Тут даже, если мы посмотрим, то меч на этой иконе, он сделан, выполнен в виде отдельного элемента. Вот. Тут же должны быть еще клеймы на эмалевых вот этих вставках. Неужели СГ? Вот. Здесь... Икона, ну это, видимо, подстаринщики, да? Да, это или подстаринщики, но вообще икона интересная, конечно. Почему написано, что это Рогожа? Ну, видимо... А, ну там как бы... Ну, в принципе, да, ткань видна, но, возможно, Павлока такая. Надо близко рассмотреть. Вот эта икона интересная. Интересная, да. Это икона 19 века, которая выполнена в качестве заменителя иконы древней, скажем так. И вот те волны, которые мы тут видим на этой иконе, они связаны с технологией производства этой иконы. Видимо, сама вот эта вот темная под старую олифу выполненная живопись, как под древнюю такую икону, она, видимо, выполнялась, потом с Павлока снималась с доски, с ней что-то происходило для того, чтобы был кракелюр, для того, чтобы она выглядела как... То есть ее механически там сворачивали, вытягивали как-то, чтобы деформация была, и потом наклеивали вновь на доску. Да, ну были иконописцы подстаринщики, они специально только и занимались этим. Ну, вам стёр расславилось вообще, да. Хотя есть сведения, что и в холлы тоже подстаринщики были. Ну, если это в холлы вдруг, да. То, значит, это свидетельство. Вот. Там умельцы были, и доску распиливали вдоль, чтобы фон оставить. То есть они могли так сделать, что не подкопаешься. Ну и оклад, конечно, он стилизован под оклад древний. Понятно, что это оклад 19 века, но вот то, как он сделан, это все-таки оклад, это намек на оклад более древний, там, допустим, 17 века. Если мы говорим еще про иконы, которые здесь представлены, то мы видим здесь две иконы, вот Рождество Богородицы и Троицы. Вот Троица,
Очень интересно, вот с Ильей Любимовым мы говорили, и он говорил как раз про ту икону Троицы, о которой мы делали в свое время передачу. Он говорит, что в Палихе крылья ангелов золотые, а в Холы крылья ангелов, они вот цветные. А здесь, на этой иконе, присутствуют золотые крылья двух ангелов и цветные крылья у того ангела на Троице, который так называемый Троица крылья вверх. Вот, это название антикварное, оно к богословской интерпретации иконы не имеет никакого отношения, и к иконической тоже, но когда крылья вверх, считается, что это более редкий вариант иконографии. Вот, и вот эти вот крылья вверх, которые у среднего ангела, они сделаны в синих цветах. Вот как раз мы говорили по поводу синих цветов и холы. Вот, а вот эти вот крылья, они сделаны золотом. Вот. Что, это холой? Ну, предположительно, трудно сказать, конечно, честно говоря. Трудно сказать. Ну, похоже. Но здесь мы видим строгановское влияние очень сильное такое. И московской школы есть такая, она разностильная, несколько икона. И объем уже более активно пролепленный. Трудно сказать. Могли в холы, конечно, писать ее, эту икону. Вот опять же к вопросу тому, что просто писали в разных стилях, могли писать и под старинную, и такую икону, такой. Все зависело от заказа. Хочет заказчик, чтобы получилась икона новгородская, его напишут новгородскую икону. То есть мастера, они были, ну, широкого профиля, по-нашему говоря, поэтому могли написать в любом стиле. Поэтому вот по стилю это вообще очень трудно определить. Могли писать, были отличные мастера, способные создавать в любом стиле икону. Понятно. Дорогие зрители, ну, на этом мы, наверное, остановимся. Большое вам спасибо за то, что вы с нами сегодня были. Еще раз вам хочу представить Михаила Борисовича Печкина. Я думаю, что из наших передач вы увидели уровень человека. Я хочу сказать, что Михаил Борисович, он живет в селе, у которого население 950 человек. И то, как он свободно общается, как он свободно вспоминает фамилии и даты, насколько он хорошо в теме, насколько он погружен хорошо в теме, вот, ну, такого вот сельского жителя, поди, извините за выражение, найди. Хотя, конечно, Холой и вот эти вот три иконописных села, они очень сильно отличаются от всех тех остальных сел, которые мы могли бы на просторах нашей Родины увидеть. Вот посмотрите, какие люди живут вот в этих селах. Ну, в Палихе 6 тысяч человек населения, из них 600 иконописцев и живописцев. В Холове 950 человек населения, и здесь есть Михаил Борисович. Спасибо. Пожалуйста.